У меня такая реакция была, когда я вспомнил, что у Перси Джексона есть вторая часть. Джайлз после убийц вампиров стал наставником полубогов? Ну, в смысле, не убили. Хотя, лучше бы убили. Да вы, блять, издеваетесь! И, как по мне, эту идею можно было реализовать чутка поинтересней. А, нет, все. Пизду, я устал, я ухожу, с этим пора завязывать. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами, как всегда, Кин. И настала пора заканчивать с Перси Джексоном. Ну и конечно же я поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Вообще забавно, я планировал это видео выпустить еще 31 декабря. Но в этом персике оказалось слишком много косточек для перемывания. А поэтому все немножечко подзатянулось. Так что сейчас предлагаю не тянуть мантикору за хвост и приступить к просмотру. Фильм начинается с того, что 7 лет назад юные Аннабет, Талия, Люк и Гровер убегали от каких-то гигантских монстряков. И Талия, дабы защитить друзей и отвлечь монстров, принимает удар на себя. Талия, беги! Но Талия не умирает, так как ее отец Зевс делает для защиты полубогов из нее чудо-древо, создающее... Барьер, который защитит их от тех, кто жаждет их смерти. Постой, что? Во-первых, звание отца от Посейдона официально переходит к Зевсу, можете его с этим поздравить, который вместо того, чтобы дать героической девочке умереть и отправиться в Элизиум, по сути оставляет ее в недожизненной тюрьме, где она все равно продолжает взрослеть, что самое страшное, в состоянии хуже овоща. Страшнее смерти не придумать. А во-вторых, вы хотите сказать, что до ее недосмерти у полубогов-то по сути и защиты не было? И приди туда куча каких-нибудь монстров по чьему-нибудь велению, и детям звезда... Зевсу на них настолько насрать. А мы переносимся в настоящее, где Перси готовится принять участие в состязании. Не парься, что ты вечно второй, Джексон. А говорят, ты шутить не умеешь, Клариса. Кто? А кто это и почему Перси разговаривает с ней так, как будто она давно там и они давно знакомы? Так, это Клариса. По сюжету книг Перси с ней познакомился, когда только приехал в лагерь, и их знакомство было эпичным. Первое, что она сделала, окунула Перси головой в унитаз. Ну да, точно, она же и в первой части была. Вот она, смотрите, и вот она, и вот. Лады, с этим разобрались, смотрим дальше. Состязание начинается, и мы знакомимся с... Энтони Хэдом, а он что тут забыл? Джайлз после убийц вампиров стал наставником полубогов? Я мистер Джайлз, библиотекарь. Так, сейчас мы узнаем, кто он. В смысле, Херон? Значит, я ошибся. Эй, а где же мистер... Лошадиный зад. Пирс Броснан. Скажи мне, кентавры по лору книг умели менять внешность? Нет. Ладно, я понимаю, у нас тут рекаст. Но зачем он нужен? В первом фильме была куча кентавров. Неужели нельзя было сделать так, что Херон отправился на какое-нибудь задание? А на его место приехал его брат, какой-нибудь Игорь Петрович. И ведь это все можно было обыграть всего 8 словами. Если бы Перси просто подошел к Дионису и спросил: «Мистер Ди, Херон еще не вернулся?» «Еще нет». И все. А то так мы должны думать, что в лагере орудует какой-то пластический хирург. Звучит странно, но пусть будет так. Ну и да, мы знакомимся с Дионисом. Христиан, один парень превращает воду в вино. Вот он точно бог. Вот к нему никаких претензий. Стэн Летучий, как всегда, прекрасен. Это идеальное попадание в книжный образ. Дионис абсолютно каноничен. Здесь даже оставили одну из его самых забавных и раздражающих фишек. Он постоянно путает имена обитателей лагеря. И да, он делает это нарочно. Перри Джонсон. Найс. Состязание продолжается. Перси практически финиширует. Клариса не отстает. Но вдруг еще один участник срывается и его затягивает в адское колесо боли и ужаса. Перси, само собой, решает помочь товарищу и, бросая финишный рывок, отправляется к нему. Хватайся! Как герой. Герой-то, конечно, герой, только вот к чему вообще был этот героизм? Во-первых, парнишке ничего не угрожало, максимум задницу бы себе натер. А во-вторых, парнишка бы, наверное, даже штаны не успел протереть, если бы Перси сделал финальный рывок и завершил игру. Ой, дурак! Если с чем-то сравнивать, то представьте, как вы идете по улице и видите на земле деньги, в 2 шагах от вас. Но при этом в обратной стороне, где-то за 10 шагов, какой-то парень подскользнулся и плюхнулся на попец. И вы забиваете на деньги и бежите поднимать парня. Нет слов.
Клариса, отличающаяся умом и сообразительностью, в отличие от Перси, делает финальный рывок и забирает награду. А диск? Где же он? Ну что, Перси, знаешь, в чем я убедилась? В том, что ты тупой. Она в чем-то и права. Состязание завершилось, и мистер Ди решает переговорить с Перси с глазу на глаз. Знаешь, я хочу доверить тебе очень важную задачу. Иди домой, читай Талмуд. Ладно, на самом деле он просит его прибраться на арене, хотя явно там были и другие проигравшие. После чего Перси отправляется поболтать с папашкой. Но либо актеру не занесли достаточно драхм, либо папашка ложил на сына большой... Хуй, не отвлекайся. Я лично склоняюсь к обоим вариантам. А вот к отсутствию богов мы еще вернемся. Отец? Посейдон? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. И хоть напрямую отец Перси не отвечает, но все же в качестве моральной помощи и поддержки он присылает к нему, скажем так, не родного братишку, получившегося в ходе любовного слияния Посейдона и нимфы. Привет, брат. Ну здравствуй, брат. Ребятки явно не особо рады появлению циклопа в лагере. В особенности не рады Аннабет и Перси. Это что, шутка какая-то? Единокровный брат и циклоп? Сдуреть! Это расизм! Похоже на расизм! Дальше расскажут, что причина ненависти Аннабет в том, что в начале фильма именно циклопы напали на лагерь и убили Талию. Ну, в смысле, не убили. Хотя, лучше бы убили. И да, я согласен, это весомая причина Аннабет не доверять Тайсону, но возникает вопрос. А какого хрена? Гровер к нему так лоялен. Он вообще-то тоже убегал от циклопов вместе с Аннабет и Люком. Или что, он уже забыл об этом? Ну, политически корректнее сказать не парноглазый. И хоть такой да есть. Ты дурак. Радостные посиделки под осуждающие взгляды прерывает колхидский бык. Выпускайте бычка! И вот тут русские локализаторы чутка обделались, так как, чуя нападение, Тайсон говорит. Зверь. Кто, Посейдон? Пахнет зверем. Каким, блядь, зверем? Чел-медведосвином? Колхидский бык, по версии фильма, состоит из меди, топлива и огнива. И я не берусь утверждать, но он, скорее всего, пахнет машиной. В оригинале же Тайсон говорит. Пол. Excuse me? Smells like pol. Непонятно, зачем было менять конкретное название на распространенное. Тем более для попадания в губы для дубляжа и зверь, и бык подходят одинаково. Пол. Зверь. Ну а если же вы сами захотите глянуть Персика в оригинале и поискать другие ошибки дубляжа, то вы вполне можете это сделать на Кинопоиске, где также вас будут ждать тысячи фильмов и сериалов на любой вкус. Плюс грамотно собранные подборочки, а также Яндекс.Го, Яндекс.Афиша и Яндекс.Маркет. И всем этим вы сможете пользоваться абсолютно бесплатно 60 дней, перейдя по моей ссылке в описании. Можете считать это моим посленовогодним подарком. Ну а сейчас продолжим. Колхидский зверь нападает на лагерь и становится каким-то... аттракционом? Дело в том, что бык-то нападает, но по факту никому не вредит. Если это объясняется тем, что он пришел именно за Перси, то какого хрена он его игнорит, пока тот сам не привлекает внимания? Да и то потом сразу переключается на Аннабет, которая, как дочь богини мудрости, могла придумать что-то получше, чем тыкать в металла быка деревяшкой. Чем могу помочь? Далее бык покушается на Кларису, но его тормозит чертовски сильный Тайсон, после чего бык пускает в ход огнемет. Ну ладно, на самом деле циклопы в воде не тонут и в огне не горят, но этот по крайней мере точно. Fuck you, asshole. Окей, во-первых, это довольно круто. Во-вторых, это нам больше никогда не пригодится по фильму. И в-третьих, его одежда сшита из циклопов. Нани? В общем, бык вырывается, и Перси, видимо, рассчитывая его остановить, бросает на него крюк. Да ты имбецил. По итогу, после покатушек на быке, Перси бросает в него чудо-ручку. Бада-бум. И вот тут неожиданно, не позвонив и не предупредив, в гости наведывается Люк. Ты-то думал, что замочил меня? Сюрприз, сука! Из дальнейшего диалога мы узнаем, что Люк знает о каком-то пророчестве, связанном с Перси, и это он отравил защитное дерево и выпустил быка. Ты не единственный полубог, которого трудно убить. Ну и ладно. Стоп! А зачем он вообще пришел к Перси? А ведь действительно, ну отравил-то дерево где-то за кадром. Выпустил колхидского быка похулиганить.
Ну так иди под шумок злодействуй, пока все заняты. Нахер тебе к Перси переться, просто поболтать. Никогда не понимал смысла. Зачем говорить что-то человеку прямо перед тем, как грохнуть? Ну, все ясно. Из тайного махинатора Люк превратился в клишированного доктора зло. Хотя должен признать, что Люк стал куда харизматичнее с первой части. Тупее, но харизматичней. После фестиваля самолюбования Люк куда-то телепортируется. Это он сейчас что сделал? Да вы, блять, издеваетесь? Весь первый фильм был построен на поисках жемчужин для перемещения. В то время как в вашем мире, оказывается, есть такая вот приблуда? Да с ней первый фильм бы Аттилы занял минут 20. По окончанию заварушки ребятки бегут к отравленному дереву, где все задаются вопросами о том, кто это все сделал. И Перси рассказывает, что за всем этим стоит Люк. БК выпустил Люк. Он думает, если не будет дерева и барьера, ему станет легче достичь своей цели. А к чему он стремится? Боюсь, мы оба знаем ответ на этот вопрос. А вот у меня другой вопрос. Где были Херон и Мистер Ди, когда буренка бушевала? Неужели они были заняты чем-то другим? Перси отправляется к Херону версия 2.0, чтобы разузнать о пророчестве. И тот отправляет его на чердак. А Аннабет ведет себя как истинная дочь богини мудрости. Неужели за тысячелетия никто из богов не изобрел средство для излечения дерева талии? Ты сама-то себя слышишь? Оксан, скажи мне, книжная Аннабет была такой же находчивой? Нет. Тогда иначе как мозгошмыгами я это объяснить не могу. Невидимые существа залетают в уши и вызывают размягчение мозга. Перси добирается до чердака, где встречает Оракула, и хочет разузнать о пророчестве. Говорят, есть пророчество про меня. Да. Но прежде чем узнать о будущем, узнай о прошлом. Вселенная началась с Большого Взрыва. И в течение некоторого времени не существовало ничего, кроме очень горячей материи. На самом деле Оракул рассказывает, что жил когда-то давно очень злой архибатя Кронос. И был он настолько сердит и могуч, что детей своих ел, даже не посолив и не поперчив. Но трем его отпрыскам, Аиду, Зевсу и Посейдону, перспектива стать котлеткой с пюрешкой не особо понравилась. И пошла наша троица на батю и одолела его, запихнув чудо-шкатулку. Но архибатя должен вернуться, когда за руно в бою сойдутся. Сын моря и похититель молний. Люк, неужели так необходимо утверждать очевидное? И теперь предназначение Перси как единственного ребенка старшей троицы... Сохранить Олимп или снести. Фак. Забавно, прямо перед этим Оракул четко сказал, к какому финалу придет Перси. И увидит мир, объятый сном. Кончину зла под священным клинком. Кончину зла... Спойлеры. Так, у нас тут прорицатель сломался. Дает слишком точные подсказки. Кто-нибудь принесите нового. Тетя Шенигуа? Точно. Дочь богини мудрости Аннабет, и да, я не устану это повторять, также только из планшета, узнает про руно, способное спасти талию, и рассказывает о нем мистеру Ди. Тот говорит, что руно находится в Бермудском треугольнике, а там опасно, и вообще там сатиров жрут. Поэтому мой ответ нет. Нет. Извини, Аннабел. Затем он присваивает идею с руно себе. Единственное, что может спасти наш дом, это легендарное золотое руно. И отправляет на его поиски Кларису и тестостероновую версию Мила Вентимилья. Ихнеута! Ну и уебищное же имя! Ты поведешь за собой воителя? О да! О нет! Перси понимает, что судьба руно связана с ним, и решает сам за ним отправиться, прихватив друзей. Кто там? Сексуальный маньяк? Поначалу Гровер отнекивается, но потом все-таки соглашается, а на Бэджи и уговаривать не надо. И под покровом ночи наша троица и Тайсон отправляются в путь. Но так как последний, помимо, похоже, кастрюль в рюкзаке... Ты ничего не слышал? Нет, не слышал. ...будет привлекать внимание своей циклопостью, Аннабет дает ему туман. Туман... Действует на время, потом надо брызгать опять. Двуглазый циклоп. А, так вот про какой туман вы мне все писали под первым обзором.
Ну, все равно хрень выходит. Посейдона что, в начале первого фильма из Брансбойта надо было этим туманом окатывать? А летучая хрень в музее тоже обкакошанелилась? Да и если это такая распространенная хрень, почему Гровер за нее не знает? Побочные эффекты, головная боль, пламя из ануса, самоуважение или самобичевание? Туман по книжному лору не что-то физическое, это не спрей, что за бред, а сверхъестественная сила, которая скрывает магию от смертных. Туман искажает их зрение и заменяет сверхъестественное на какие-то обыденные вещи, которые люди способны воспринять и понять. А мне идет? Немного на отца похож. Не гони. Тайсон скорее похож на молодого Брэндона Фрейзера. Ребята отправляются в путь и для скорости вызывают так называемое такси. Надо бы добраться до Флориды. Сдохнуть дороговато обойдется. По дороге между сестрами Грай происходит небольшая перепалка, которая значительно ускоряет передвижение. Руль не отпускайте, а! Персик путем шантажа узнает от сестер подсказку к своему путешествию. 30, 31, 75, 12. Я все понял, идем. Само собой, они не объясняют, что это значит. И узнав, что ребята на мели, высаживают их на полпути в Вашингтоне. Хочу напомнить, маглы не очень привыкли, чтобы по небу машины летали. Вопрос с туманом остается в силе. Ребятки прогуливаются, снимают деньжат, попивают нектар, как вдруг на Гровера нападают. И пару раз махнув палками, он сдается. Я ухожу. А куда делась вся его защитниковость? Или он только на словах весь из себя такой Джонни Синс, а на деле пару раз палкой махнул и все. А вот у меня другой вопрос. Зачем Люк похитил именно Гровера? Ну, дальше Люк объяснит, что он похитил Гровера и отправил за руном, потому что сатиры его чувствуют. Но почему именно Гровер? В мире Перси Джексона сатиров хоть отбавляй. Люк мог похитить любого, не привлекая внимания. Даже если он выбрал Гровера, то мог похитить его еще в начале, и это бы хоть как-то объяснило его появление в лагере. И, кстати, в лагере тоже дофига сатиров. Согласен, Гровер за все это время никак не пригодился по сюжету. И, по сути, просто болтался с ребятами, как тот же Якоб во вторых фантастических тварях. А это можно объяснить тем, что Гровера в книге не было, вплоть до финала. Он пропал во время поиска еще до приезда Перси и Тайсона в лагерь, а потом через телепатическую связь с Перси показал ему, где находится. Это бы так классно выглядело на экране. Ну, тогда у меня только одно объяснение, почему Люк выбрал именно Гровера. Выверты расизма, предупредительность к чернокожим. Ребятки в смятении, но Аннабет, как дочь богини мудрости, случайно замечает фургон, который наталкивает ее на мысль о работающем неподалеку боге. Вы... Гермес, чуточку обидно, что вы меня не узнали. Минуточку. Конечно, они тебя не узнали, а где же тот поджарый удалец из первого фильма? Люк, сын Гермеса. Боги умели по книге менять внешность? Они этим не пользовались, но фактически это было возможно. Черт. Ладно. Оказывается, что Гермес в нашем мире управляет огромной службой доставки. И как по мне, эту идею можно было реализовать чутка поинтересней. Во многих мифах говорится, что Гермес, как посыльный богов, владеет невероятной скоростью. И как по мне, смотрелось бы куда интереснее, если бы по складу носилась куча скоростных клонов Гермесов. Но показать все это можно было в духе того же класса убийц. Кура-сенсей использовал свою максимальную скорость для индивидуальных занятий с каждым учеником. Я даже отдыхать успеваю. Да, нам дали подсказку его возможностей. Идемте. На самом деле, Марта, ему нелегко. Он бог обалденной скорости. Может быть, только один бог скорости. Но именно показ суперскорости смотрелся бы куда круче. Немного ни о чем поболтав, Гермес просит помощников поискать Люка и дает ребятам приблуды для борьбы с ним. Если снять крышку, на волю вырвутся ветра всех четырех сторон света. Правда, круто. Нет, не здесь! Аннабет, дочь Афины. Богиня мудрости. Ну а вторая приблуда — скотч-аннигилятор. Если что-нибудь этим оконтурить, не здесь. В твоих глазах я, видимо, просто мартышка крашеная. Оно пропадет. Так же, как и эти приблуды после одного использования. Тем временем подручные находят Люка. И оказывается, что он на яхте неподалеку. Эй, слушай. Увидишь Люка, дай ему в лоб. Ребятушки стремглав добираются до яхты. Это яхта Люка. И как добраться? Вплавь? Мы у воды. Well, вот это просто заебись. И теперь, конечно же, два сына бога морей смогут незаметно добраться до яхты врага, используя магию по полной.
скача верхом на морской лошадке. Что? Слушай, а Перси мог создавать подводные воздушные пузыри? Да, еще с первой книги, но в фильме нам это не показали. Как-то раз, чтобы спастись от монстра, Перси прыгнул с арки в Сент-Луисе в реку и обнаружил, что он не промок и может свободно дышать. Кроме того, он создавал пузыри, которые и его друзьям позволяли дышать под водой. Но нам отчетливо показали еще в конце первого фильма, что Перси может изменять плотность воды, придавая ей твердое состояние и проводя с ней манипуляции. Так не более ли логично и менее беспалевно, если бы два мага воды создали плотную дорожку прямиком до яхты, по которой все бы и добрались до этой самой яхты? Ну или даже просто плотный пятачок воды, на который бы все встали, и Перси бы дотолкал магии его до этой же яхты. Херово еще и то, что Перси не умеет здесь создавать подводные воздушные пузыри. Так бы можно было показать красочный подводный мир. И там же показать этого гиппокампуса. Ну а так, конечно, не буду спорить. Пятачок или та же дорожка явно проигрывают по красочности гиппокампусу. Но зато выигрывают в логике. К слову, гиппокампус со стороны визуала просто шикарен. Красота-то какая. Лепота. Ребятушки каким-то чудом незамеченные добираются и пробираются на яхту. При том, что, как мы увидим далее, на яхте даже сторожевая вахта имеется. Но, видимо, они все разом отвернулись в другую сторону. Что мы делаем? Мы сейчас все смотрим на дерево. Давайте вернемся к Поппи. На яхте ребята обнаруживают завербованных учеников, но и самих ребят обнаруживают и приводят к Люку, который, как я упоминал ранее, отправил Гровера за руном. Ведь только руно воскресит то, что у меня есть. Я покажу. А что он сегодня в черном ящике? Огурец! На самом деле в ящике находятся остатки Кроноса, которого хочет оживить Люк, чтобы уничтожить Олимп и, по ходу дела, весь мир. Ну а как же иначе? Ты готов уничтожить... мир из-за мести отцу? Of course! После недолгого, но очень пафосного трёпа, ребят сажают в карцер. Надо выбираться отсюда. Как? Вот так вот. Вот так вот. Как? Я напомню, что в вашей команде есть циклоп, который может... Вот так вот. Вот так вот. Или что, отличительные черты циклопов — это невосприимчивость к огню и обессиливание от решеточек? I don't know. Как бы то ни было, Персик вспоминает про скотч аннигилятор. И чтобы до него дотянуться, он прибегает к магии. Это волны! Вот сейчас повод для аплодисментов. Перси создает гребаный шторм, чтобы всего лишь наклонить корабль и дотянуться до рюкзака, дабы выбраться из клеток, из которых их может вытащить Тайсон. Фильм! Что с тобой не так? До скотча Персик все-таки добирается, и ребятки сбегают. Но их побег обнаруживают, и на корабле начинается заварушка, в ходе которой Аннабет и Тайсон забираются на шлюпку. А вот Персика зажимают на крыше. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной! Так как Тайсон уронил мотор, вместо движка они используют бутыль с ветрами, которую, будем честны, Аннабет бы явно не смогла удержать. Ну ладно, объясним это все магией. И быстренько уплывают, ну а Перси вслед за ними. Что это сейчас было? Нет, все. Пизду, я устал, я ухожу, с этим пора завязывать. Эй, вернись! Мы должны были пройти через эти страдания вместе. Ясно. Подкуп. Ладно. Блять! То есть Перси, который может так. Может вот так. Но при этом им нужна гребаная лошадка. Люк следом за Перси прыгает на его волну и преследует его. Хочу выключить, но не могу. Ладно, Перси может держаться на этой волне при помощи магии, скорее всего, уплотнив воду под ногами. Но какого хрена Люк стоит и передвигается по этой волне? Хотя, по сути, под ним сейчас большая жидкая беговая дорожка. Короче, все должно было быть как-то так. Перси сбрасывает Люка с хвоста и догоняет ребят. Умно. Я дочь богини мудрости, ты забыл? Ой, ладно.
Ладно, посмеялись, а теперь, Аннабет, иди сюда, бери перо и пиши. Я не должна лгать. Сколько раз писать? Столько, сколько понадобится, чтобы смысл впечатался. Ребятки плывут дальше, Стайсона спадает туман, и между ним и Перси происходит диалог, суть которого, кто бы мог подумать, не суди по внешности. После чего Перси дает Тайсону порулить, но тот теряет бутыль. Я не удержал. Не удержал! Я жалуюсь, ты жалуешься, и никто не предлагает никаких решений. Окей, почему в принципе никто не подумал о том, что бутыль вам вообще не нужна? У вас есть чувак, который может вот так. Да, чуть позже мы узнаем, что в Бермудском треугольнике, куда они заплыли, силы Перси не работают. Но пока-то об этом никто не знает. А еще вы хотите мне сказать, что Тайсон? Вот этот Тайсон. А, нет, не этот, вот этот. Не удержал бутылочку? Вот этот Тайсон. Бутылочку, которая до него спокойно удерживала Аннабет, блять. Да я бы больше поверил, если бы он эту бутылочку руками лопнул, но никак не выпустил. Я не удержал. Ребятки попадают в небольшую западню. Так как силы Перси в треугольнике не работают, бутылку они потеряли, и вдобавок ко всему их засасывает в пасть к монстру. Это что за поебень? Это Харибда! Она сторожит море чудовищ! Аки Пиноккио, ребята оказываются внутри Харибда. И там же они встречают Кларису. Клариса! Джексон? Клариса рассказывает, что оказалась в желудке, потому что как транспорт выбрала корабль, а не вертолет. Действительно, иначе фильм бы закончился за 20 минут. Также она рассказывает, что ее напарника где-то за кадром схавали, ну а команда на ее корабле это зомби. А в чем проблема? Это всего лишь корабль мертвых конфедератов. А, нет, тут к фильму никаких претензий, просто я не очень люблю зомби. Они предпочитают название моряки, отдавшей жизнь во славу Ареса. Лады пойдет. Дабы не быть переваренными, Перси предлагает пробить желудок монстру и выбраться через дыру наружу. А если устроить ей желудочные колики и выскочить через кишку? Гадость какая. И это неплохая идея. Только почему, бляха, она приходит сыну Посейдона, а не дочери богини мудрости? Вы прям все глубже и глубже закапываете и без того несуществующий дар Аннабет. Ну вот нахуя ты об этом? Охеренно, надежный план срабатывает, и корабль всплывает. После всплытия все болтают снова же примерно ни о чем. И у Перси неожиданно открывается новая суперсила. Ну это вроде моей дислексии, только я по-гречески не читаю, а вижу параллели и меридианы. Колдун ебучий! Ох, как же я обожаю силы Перси, которые то пропадают, то появляются. Где, например, была его сила видеть меридианы, когда он стоял на пирсе? Или у Персика способности сменяются поочередно? И пока доступна одна, недоступны все остальные. Среди чисел меридиан, Перси видит те, что назвали сестры в такси, и отправляется по их направлению. Прибыв по которым на место, оказывается, что Руно и Полифем, его охраняющие, находятся на закрытом острове с парком аттракционов. А закрытом потому что... Длинные очереди аппетитных полубогов и один голоднющий. Циклоп. Да в жопу клиентов. Прибыв на остров, ребятки по нему прогуливаются, после чего спускаются под землю, где обнаруживают Полифема и Гровера. А дурацкое руно должно приманивать сатиров! Ты видишь здесь хоть одного? И потом от голода я хуже вижу. Я сейчас заплачу. Дизайн Полифема просто шикарен. Но вот у меня вопрос. Ладно, с его зрением все понятно. Но разве он не должен чуять, как Тайсон быка в лагере, что Гровер сатир? В книге была очень забавная сцена. Гровер, как и в фильме, сам притворялся циклопом, тоже женщиной. И когда Полифем его чуял, тот говорил, что просто использует парфюм, который пахнет как сатир. И только поэтому он смог продержаться в пещере так долго. Так, тут как бы вообще ни слова о запахах. Ну, возможно, Полифем старый. Нос работает не так хорошо. Почему ты в женской одежде? Выглядишь шикарно. Гровер рассказывает, что притворялся циклопихой, чтобы стащить руно, но у него ничего не вышло. После чего за дело берутся Перси с Кларисой. Чуешь запах? Запахло полубогами. М? Перси хватает руно, Полифем начинает охоту. Тайсон пытается с ним поговорить, но из этого мало что выходит. И Полифем проверяет ребятами на прочность пещеру. Омерзительно. Бежим. В результате звон в ушах, челюсть выбита, 3 ребра треснуты, 4 сломано. Кровоизлияние в диафрагме.
А в единственный раз, когда действительно можно было убить, Полифем как многогранная, неоднозначная и глубоко драматическая фигура, терзаемая противоречиями, начинает кричать, что есть мочи. Ребятки все же сбегают, завалив проход откровенно хиленьким для циклопа камешком. Но на входе их встречает Люк. И после небольшого диалога... Отпусти! Не пущу. Ну ладно. Поверил. Ну, конечно же, Тайсон умер. Ведь Перси Джексон — это именно тот фильм, где главный герой может умереть. Ладно, давайте я вам подыграю. Ребятушек хватают и связывают. И пока они сидят, все их общение можно сократить до... Бла-бла-бла. Он так ко мне тянулся, а я ни разу не назвал его братом. Бла-бла-бла. Аннабет толкует тебе, что мы пойдем за тобой. Ну а Люк тем временем пробуждает Кроноса. Услышь слова сына, преданного отцом. Прошу, восстань. Еще 5 минуточек. Пока Кроносяка оживает, ребятки освобождаются. Притом так, как будто вообще все ложили на них болт. Начинается заварушка, и в нужный момент к Перси на помощь приходит, кто бы вы думали? Конечно, Тайсон. Но как? Вода, она меня исцелила. Кто бы мог подумать. Кронос наконец-то оживает. Люк начинает объяснять, что, мол, я твой внук, и это я тебя оживил. Но Архибате как-то насрать. Ты так смешно. Ну и грустно, конечно. И вот сейчас, пожалуй, настало время задать самый главный вопрос. А где, блять, все боги? То есть, когда всего лишь украли молнии... Пусть он вернет мне молнии, а иначе быть в войне. А тут как бы на минуточку всего лишь восстает Архибатя, который уничтожит и Землю, и Олимп, и все об этом знают из пророчества. Ну а Зевс такой... Пошли бы вы все нахуй. Скажи мне, пожалуйста, хоть в книге это как-то объясняется? Дело в том, что битвы с Кроносом как таковой и не было. Была битва с другими полубогами, монстрами и даже титанами. То есть с армией Кроноса, которая шла к воротам Олимпа. Богов же там не было. В это время они сражались в другом месте с восставшим из Татара Тифоном, могущественным великаном из мифологии и отцом всех монстров. Но некоторые боги, Аид и Дионис в их числе, хоть и не сразу, но все же явились на помощь, что изменило исход битвы. Фактически, это помогло Перси эту битву выиграть. Но здесь ничего этого нет. Никаких восставших титанов, никаких монстров. Одна мантикора не в счет. Поэтому у меня тот же вопрос. Где все боги? Где? Кроносяка начинает бушевать, пожирая всех на своем пути. В том числе и Гровера. Гровер! Что ж, ладно, давайте еще раз. Во время сражения Перси понимает, что только его меч может наносить урон Кроносу. Священный клинок. Это оружие рыцаря-джедая. Архибатя хватает Перси, но тот, как и таракан с мечом, вырывается. И после довольно пафосной болтовни о судьбе, наносит решающий удар. Я сам творю свою судьбу! Какого хрена здесь происходит? Да блять, вы издеваетесь! Извиняюсь, от переизбытка тупости я чутка подзавис. Перси в одного при помощи зубочистки победил древнего могучего титана, которого до этого удалось победить только 3 старшим богам. Ой, какая же это все хуйня. Какой смысл? Кронос побежден, и из него, как из волка в красной шапочке, выпадают целехонькие и невредимые Гровер и Люк. Может, еще кто выпадает, но нам их не показывают. И снова же, какая неожиданность. Давайте на счет 3 сделаем удивленное лицо. 1, 2, 3. А вот Люку повезло немножечко меньше. Люк отправляется в пещеру к Полифему, который, судя по такой конструкции, мог уже давненько выбраться через крышу. Полубог. И как раз время обедать. Ну и хуй с ним. Поверженный Кронос возвращается в ящик, ребятки радуются победе, как вдруг... Перси!
А я точно Перси Джексона смотрю, а не «Игру престолов»? А то я гляжу, тут тоже главные герои мрут как мухи. Ладно, давайте последний раз. Перси! Давай, поплачь. Нет, не могу. Кларисса убивает Мантикору, отрубив ей хвост, а Аннабет уже готовится отправиться к праотцам. Как вдруг Перси вспоминает про Руно. По крайней мере, я буду с Талией, вылези. Нет, дай мне Руно. Но уже слишком поздно, и оно не помогает. Аннабет умирает. Ой, да кого я обманываю? Она жива. Жива! И снова же, почему Аруно додумался сын Посейдона, в то время как дочь богини мудрости готовилась к умиральной яме? Алло, создатели фильма, за что вы ее так ненавидите? Или вы сделали ее такой тупой, чтобы самим не комплексовать из-за извилин? Так может, курить надо было меньше того, что вы там курили, пока писали сценарий? Хорошо, хорошо. Все ребятушки живые и здоровые, за исключением Люка, собираются вернуться в лагерь. И наш Персик, как истинный джентльмен, передает Руно Клариссе, дабы этот подвиг засчитали ей. Эй, Кларисса, это был твой поход. Именно тебе следует выполнить почетную задачу. Что вы говорите? Окей, я понимаю мысль. В начале истории Перси испытывал кризис личности на фоне отсутствия геройства. Но пройдя через все испытания, он осознал, что подвиги не главное. Это понятно. Но блин, Кларисса в этом походе по сути-то нифига не сделала. То, что у всех появился корабль, чтобы добраться до острова, не ее заслуга. Это скорее ее ошибка и чистая случайность. К тому же, она не тот затюканный персонаж из фильмов, которому в конце для реализации нужна победа. Я думаю, вы понимаете, про какой тип персонажа я говорю. Примеры я сейчас не вспомню. Но если вспомните вы, то напишите в комментариях. Кларисе ничего никому не надо доказывать. У нее и так за спиной есть куча подвигов. Ты вернул Аресу украденную колесницу. Ее вернула Кларисса. Ну а осенний турнир? Ты одержал победу? Ну еще был поиск бронзового дракона. А поэтому Перси мог вполне и сам доставить Руно и получить заслуженные лавры. Но что ж поделать? Этот парень пиздец какой тупой! Руно прикладывает к древесной болячке, и древо вновь оживает. Все ликуют, радуются, Кларисса получает незаслуженные лавры, Перси общается по душам с братишкой, как вдруг оказывается, что действие Руно оказалось сильнее, чем все думали. И оно не просто оживило дерево, а еще и отделило от него Талию. Из чего следует что? Еще один ребенок одного из старших богов. Может, речь шла не обо мне? Может, она станет нашей спасительницей? Или причиной нашей гибели? А Вова насрать забыть. Что ж, друзья, вот мы и посмотрели Перси Джексона и Море чудовищ. И настала пора подводить итоги. И знаете, как бы это парадоксально ни звучало, в этом фильме очень много хорошего. Локации круто оформлены, музыкальное сопровождение не хромает, а динамика не дает заскучать. Отдельное браво визуалу. Колхидский бык, гиппокампус, мантикора, полифем. Блин, да графон здесь не уступает фильмам 21 года. А Перси на минуточку вышел 8 лет назад. Классная графика. Также отдельно можно похвалить актеров. За весь фильм я ни разу не словил ощущения фальшивых эмоций. И, пожалуй, в этом и есть проблема, потому как довольно неплохие актеры хорошо отыгрывают абсолютно тупорылых персонажей. Да блин, тут ко всем есть претензии, кроме Гровера и Клариссы. Аннабет, дочь богини мудрости, тупит по-черному. Перси, оказывается, владеет кучей охрененных способностей, но забывает про них. Как и Тайсон, в нужный момент забывает, что он... сильный. Люк, как я уже говорил, из тайного махинатора превратился в доктора зло, сыплющего злодейскими бравадами. И как бы я не хотел гнать на мистера Ди, но мистер Ди и Херон вообще непонятно куда пропадают, когда лагерь в опасности. Ну а боги, которые по идее должны прийти на помощь в страшную минуту... Кларисе нет особых претензий, потому как она не тупила. А не тупила она, потому что никак себя не проявила в путешествии. Ну а Гровер... он, в принципе, до финала не нужен. Да и в финале тоже, если так подумать. И по итогу, отталкиваясь от этого, мы имеем довольно годные составляющие с говёной режиссурой, обернутые в говёный сценарий, походу написанной обезьяной. Глупые обезьяны! Заткнитесь! Оксан, теперь тебе слово. Невозможно снять экранизацию так, чтобы фанаты книжной серии, тем более такой масштабной, как Перси Джексон и Олимпийцы, остались довольны. И я всегда стараюсь оценивать оригинал и адаптацию как два разных произведения. Если рассматривать первый фильм отдельно от книг, он был неплох. В нем было некое очарование, что-то сказочное, волшебное. Ты действительно волнуешься за персонажей, а многие повороты удивляют. Но со вторым фильмом этот принцип не работает.
Если забыть о книгах, ответов на половину заданных вопросов просто нет, и фильм оказывается еще менее логичным и более тупым, чем он есть. Даже знания книг не помогают понять, что вообще происходит. Да, создатели фильма захотели порадовать фанатов каноничной внешностью героев, каноничными способностями, они добавили то, что должны были рассказать еще в «Похитителе молний», они добавили важных для сюжета героев, но забыли о главном, об атмосфере, здравом смысле и о том, что многие полюбили героев в первой части, а значит, не обязательно менять им характеры и высмеивать их. Вместо битвы добра и зла с пророчеством и восставшим злом можно было дать персонажам новый квест по поиску чего-то, что не запустило бы новую сюжетную линию, которую так никогда и не раскроют. Все, что я вижу, желание создателей фильма поскорее закончить этот проект и распустить актеров. Если они ставили перед собой цель похоронить франшизу, у них получилось. Неудивительно, что весь актерский состав отрекся от этих фильмов. А сам отец книжной серии, Рик Риордан, сказал: «Нужно было весь фильм подвергнуть цензуре и оставить 2 часа темного экрана. Для вас это развлечение на 2 часа, а для меня работа всей жизни, которую отправили в мясорубку, хотя я просил этого не делать». Также он уточнил, что не смотрел эти фильмы и не собирается этого делать. «Я сужу о них, потому что читал в сценариях. Главное для меня сюжет. Я ничего не имею против талантливейших актеров. Это не их вина. Очень жаль, что они оказались втянуты в этот бардак». Блин, и ведь эти фильмы можно было исправить, прибегни создатели к небольшому плагиату подачи персонажей. Смотрите сами. Отличница, всегда знающая правильный ответ. Герой, без тени и сомнения бросающийся в бой. И забавный простак, в нужное время способный и идею подать, и героем побыть. Никого не напоминает? Ну конечно же, Гермиона, Гарри и Рон. Возьми ты их за основу, и хотя бы 1/3 фильмов можно было исправить и улучшить. Да, возможно, сделая не так, и сейчас бы я обвинял их в легком плагиате. Ну, как по мне, уж лучше так, чем быть обвиненными в беспросветной тупости. И ведь действительно, первый фильм о Перси выглядел куда более собрано, и он практически не страдал от проблем второго фильма. Например, в первом фильме нам хоть и не показывали силу Аннабет, но при этом она и не тупила так сильно. Перси, за исключением силы исцеления, все способности открывал на наших глазах. Ну а Гроверу было отведено не последнее место в сюжете. И такая резкая смена подачи фильмов объясняется тем, что режиссером первого фильма выступал Крис Коламбус, работавший до этого над чем? Правильно, над первыми частями Гарри Поттера. Во втором фильме о Персике Крис выступил продюсером, а вот режиссером назначили Тора Фройденталя, среди работ которого довольно много как неизвестных, так и откровенно скатившихся. Так что ему явно стоило понюхать руки перед тем, как браться за второго Перси Джексона. В этом году Дисней решил исправить ошибку и выпустить сериал «Перезапуск» о юном полубоге, у руля которого на этот раз будет сам батька Риордан. Пока что неизвестны ни актерский состав, ни детали сюжета. Но как по мне, если у руля будет сам батька, то как минимум выйдет что-то нормальное, а как максимум годнота. Поэтому будем ждать. Ну а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. И отдельное спасибо каналу BookWanderer за помощь. Всегда пожалуйста. Обязательно заглядывайте к ней на канал. Ну и конечно же, если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте свой божественный лайк. Ну и напишите что-нибудь в комментариях. Например, своего любимого древнегреческого бога. Ну или любимую цифру. Или как зовут вашего домашнего животного. Все что угодно. Ну а в описании я оставлю ссылку на Кинопоиск, подписавшись по которой вы поддержите канал. Также я оставлю ссылки, по которым вы напрямую можете поддержать канал, и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы периодически выкладываем различные новости кино и сериалов. Также, возможно, я оставлю ссылку на телеграм-канал, если не забуду его создать. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Умно! Я дочь богини мудрости, ты забыл?